Это тут чайник свистит. Двор, пока в ретрике. Хилый фул. Пока езжайте, пушьте эту всю фигню. Садитесь. Там, если что, шкаф поставим, присумоним остальные. Алло, всем привет. Привет. Всем привет. Привет. Ничего себе, сколько ДК. И паладины, господи. Как я давно видел рейд, где много паладинов. А мы как, с хэмом идем или без? Сейчас все про анонс, вы пока зачищаете. Сейчас все узнаем, как мы пойдем. Еще два слота, один даже слот. Бейте попутные башни, а вот те башни жизни, вот эту всю хуйню не бейте. Хан придет попозже. И необратимо, надеюсь, проснется. Владик молчит. Ему есть нам, что нам сказать. Владика вчера загангли. Где? В десятке. Нет. Выезжайте оттуда. Сейчас ворота закроются. Стоим, ждем. Сейчас техника сломается. Люди в дэс зайдут. У нас есть нихераси. Да-да, просил его тоже. Что, мы добираем два слота или будем ждать кого-то?
Ну, типа, я спамлю одного РДД, но... Спамьте, ладно. Сейчас в ДС зайдут, ребят. Пару моментов. Никуда сейчас не садитесь. Сумоним, ребят. В общем... Те, кто умеет ездить на разрушители, стакать колчедан, прыгать на танк, собирать колчеданы, плюсуйте. 15 человек будет, бьем в хэме. Не будет, значит, бьем в обычке. Джуги суманули? 9 человек только знает, но я 10, мало. Хорошо, 11. Ну, плюс-минус сыграемся, ладно. Теперь. Хилы, которые умеют ездить на разрушителе, плюсаните. И стакать колчедан. Только трал, хорошо. А, двор, ты ретриком. Так, хилы заняты, все. Теперь еще любые двое плюсанить, кто умеет ездить. И стакать колчедан. Все, хорош, куда у вас столько много. Теперь... Слушай, Мелинда, ну ёбаный рот. Слушайте, что говорю. Теперь вот эти метки садить в разрушителя. Еще одна метка садить тоже в разрушитель. Вар, это ты. Теперь те люди, которые не заняты, ничего. Плюсуйте, кто умеет летать на танк, собирать колчедан. Дэн, меня ставь. Сейчас люди проплюсуются. Теперь запоминайте. Джаст и Элем, садитесь к печеньке. А, Рэм, Мелинда. А, это хилы. Дальше плюсуйте. Мелинда, надо еще летать, во-первых, бить эти пушки. Все, да, больше никто. Вот только 4 человека плюсанули. Валга плюс Рэм садится в звездочку. Мелинда, садишься... Роги, ромбику. Владик, ты не запуливаешь, вы просто ездите, собираете и стакаете. Остальные еще плюсуйте. Кто умеет летать и собирать. Я же тебе сказал, Дэн, меня оставь, если что. А, Войд, ШПшник плюс Аня садится в трусы. Чего? Конечно, конечно, с катапультами. Я же говорю, вы будете туда летать, убивать пушки и обратно. Валга, я не знаю, лучше два раза. Дальше. Собирать может двор. Значит, двор плюс джомби садятся... А, все, да, что ли, по-моему, 5 штук? Ну-ка, сели быстренько в разрушители те люди, которым я говорил. Сейчас, погоди, двор. Присумоньте, пожалуйста. Сумоньте, ребята, и быстрее сделайте, кого я назвал. Чтобы я посмотрел, уже понимал. А на мопедах никто и не будет кататься.
Сурфанг, я все объясню. Пока что в трофейке рассядьтесь. Две вижу фуловые. А трусы должны быть тоже фуловые. К вестнику кто еще один садится? Аня, да? Наплянк, сманите лок. Сейчас, суманец. Тогда три фул. Где еще одна? Че надо? Ага, хорошо, все, к трусы тоже садитесь, кто был назван. Так, остальные садитесь на танки. На танки садимся, в пушечки, во всю фигню. Рассаживаемся. В трусы рассядьтесь. Ань. Все, сидишь, вижу. Кто готов заезжать из-за столб? Те, кто фуловые. На починку обязательно заедьте. Напишет лог 230 и пацан с каре на ДЦ в 247. Ну, у нас есть ДЦ. Куда еще? Могу лока. Нет, нет, двор. Я его никуда не назначил. Все нормально. Сейчас мы тронем разок. В общем, короче, по команде. Те люди, которых запуливают, вы убиваете свои пушки, вы слазите с танга и бежите к своим же меткам. Когда звучит смена, те люди, которые собирают колчеданы, перепрыгивают в катапульту, это шестерка. И вас запуливают, естественно, на танк, и вы бьете эти же пушки. Дальше танки, и вы ездите всегда за боссом, сбиваете каст. Дальше. Всегда должны сбиваться колчеданы, те, что сверху. Кто взял мопед, если он есть такой... А масло вы не кидаете. Собираете колчеданы, подвозите к разрушителю. Давайте разок пробнем, если все фигня. Лока не берем, да, пуга? Ну, сейчас возьмем, погоди. Че, сейчас умонится всем вылазить, это нафиг надо. Тебе зачем мана? Ты водитель, тебе мана не нужна. Починитесь, ну, ребята, вот вы стоите без починки. Нахуй вы их заранее, понятно. Коноплянка. Все, все готовы. Танки стреляете. Разрушители запуливаете. Одной пушки нету, только три. Кто не запулил? Да, одну не бьет. Запульте кто-то. Да вроде все бьют, я смотрю, нет? Нет, одна не бьет. Одной нету. Запуливайте. Кто не то, пересядьте в катапульту и запульте. Кто-то слакер у нас. Ну, у меня почему-то выкинуло из катапульты. Из разрушителя, точнее. Быстрее и... закиньте кого-то. Когда я сел, у меня нету осколов, почему? Разрушители. Блять, еще один замерз, вы серьезно? Закиньте кого-то. Хорошо, все, дальше обратно. К своим бежите. Так эти колчеданы. В катапульты пересели. Пересели в катапульты. Закинули, ребят. Закинули. Трусы, освободи место. Закинься. Ебать. А нафиг? И все замерзли, да? Ничего страшного. Стакайте дальше. На катапульте один человек, да? То есть, короче, никто ничего не знает. Да нет, Владик, тут люди, вон, видишь, сейчас вот запулили только одного. Ну, вообще двоих. По-моему, я вижу только Лока. Ой, ШПшника и все. Вон, а, да, двоих, двоих. Ну, давайте смотри, еще разочек тройник. Смотри, шаман, который сидит. Ну, у нас разрушители нажимаем. Замерзли, вот в чем еще дело. Вылазить из танков, умираем быстрее.
Просто два разрушителя каким-то чудом замерзли. Вот в чем дело. Может, они не знают про синий луч? Я не знаю, вроде люди шарящие, типа плюсовали. Как они сказали. Ну там есть синие лучи такие, которые ходят. Вот. И когда вы машиной останавливаетесь, луч у вас останавливается, и через 3 секунды прилетит сугроб сверху. Когда луч кто остановился, на... нужно отъезжать начать. Угу, кто на танке, спрыгните с него. У Сулрана сидит один человек. Это все нормально. Вместе с ним сидит, по-моему, Мелинда и собирает они. А, да, у Левтика один. Тогда я не знаю, у Луны должны были фул быть. Тот один не сел, что прослушал. Ну ничего страшного, давайте ТП-шкаемся туда-обратно, рассядьтесь, чтобы я видел. Сейчас необратимое зайдет. Угу. Ну и как раз и Хан попозже подойдет. Тыкните на шкаф. Давайте по разрушителям сразу. Водители свои рассядьтесь. Те люди, которые у них сидят, сразу расселись. Давайте в темпе вальса. Возьми его, у меня ассиста нет. Он, по-моему, умеет, да, летать как раз? Он-то умеет. У него ДС-а нет, он же тут в бане, по-моему. Сейчас сниму. В трусах кто еще был, да? Вроде ж. Все. Рассядьтесь. Кто умеет, рассядьтесь, если вы видите. Я его разбанил. Шаманчик, который в печеньке сидит, когда горят команда смены, нажимай кнопку 6, не ошибешься. В печеньку кто-то один, да? Или я кто-то? Сейчас, я вылетел, релоднусь. Хорошо. У меня почему-то, я когда второй колчедан подряд подбираю, меня выкидывает из разрушителя. И когда я тогда... не отпускаю. В смысле, да, не должно выкидывать. Вы что? Рассядьтесь смысле, быстрее, почему? Кто умеет. Вот, опять я сел в него, и у меня, короче, спелов нет. То есть у меня обычные мои спелы там. Mm-hmm. Я бы с радостью собирал, да я и говорю дичь, что у меня спелов нет. Печенька багнута. Ну, ничего страшного. Вылезти все, досядьте по порядку еще раз. С катапульта тоже вылезти и рассядьтесь обратно. Трусы, если что, когда смена идет, сразу, пожалуйста, шестерочку прожимай, чтобы я смогла сесть в машину. Не, у нас вообще забагана машина, фу. Ну, второй раз. Я и в прошлом бою такая же херня была. Че, прям вообще пиздец? Прям вообще скиллов нет. Ну тогда... Хули я могу сказать. Так побьете. Все равно тройнем, посмотрим, как люди понимают. Рассядьтесь пока в остальные. В танк. Кто готов на изготовочку? Даем РЧ. У нас опять же одна пушка не полетит. А почему? У всех разрушителей по 4 сидят, по-моему. Не, у нас печенька что-то забаганная. Значит, кромбику пересядьте один. А, у Сулраса нет, у Луны вот. Никого. Сейчас пересядем. А, Аня, это что, хил какой-то? Кто в Луне? Перепрыгните в катапульт. Ну, пробуй, подрясни. Все, получилось у вас там? Луна фул. Кого еще не хватает? У Роги? К Роге сядь кто-то.
Ладно, давайте РЧ там посмотрим. Аква. Все готовы. Запуливайте своих. Опять одна пушка не бьется, или я долбаю? Одна опять не бьется, закиньте кто-то. Либо кто-то мажет, либо я не знаю, но по-моему все живы. Закиньте кто-нибудь свою одну пушку. Смена цели. Охуенные, блять, вы сделали, ребят, своих заморозили. У нас люди не знают, как ездить, вот в чем дело. Опять печенька заморожена. Ну, в обычке убьем плюс 3 и все. Нечего тут время сидеть тратить. При том, то, что сами разрушители, кто говорит, умею и умираю. Да понятно, брать. Сейчас просто по всей технике рассядьтесь, и кто водители остаются теми же, к ним садитесь просто на колчеданы, кто умеет собирать. И все. И убиваем плюс 3. Башню жизни убиваем. Вылазите из техники, да умирайте. Все равно не добьете. Ну что, позабыли люди, как играть? Ведьм. Фармили же льду месяцами. Что Волонир делал до сих пор потом. Ну, не все ее фармили месяцами, как показывает практика. Ну ничего страшного. Дальше попроще будет с этими хэмами. Ой, блин. Починитесь сам ночами. Я говорю, ничего страшного, башню жизни убиваем. Не, теперь не летаете. Сразу садитесь и поехали, убьем башню. Вон, слева башня, если что, жизни. Поехал, лази на танке. Что? Да он говорит, что люди замерзают, поэтому не убьем. Братик, башню убиваем одну, и он падает. У него хп будет меньше. Там кто с меткой, ребят? Сори, я один разрушитель угнал. Без обид. Ну потом вылезешь. Верни. Ничего страшного, что вот. Я полгода жил в разрушителе, верните мне его. Полгода в разрушителе. А. Ой, босса загрели, да? Да, босса загрели. Выезжаем, выезжаем, все, поехали. Он да, сейчас прибежит. Каждую неделю вот это поражает, блядь. Мы каждую неделю на этом боссе пиздец сидим. Ну это же машинки, это же. Не только вы сидите, все. Только сидят. Дети могут сообразить, как играть на машинках, на мотоциклах, на вот этих. Вот именно. Тут нужно, как говорится, придрочить людей, а это долгое время. Смекалочка нужна. Водители все те же. И к ним садитесь, выбирайте там кто-то. В катапульту не прыгайте, на остальные техники рассаживайтесь. И чопперы, пожалуйста, не разливайте эту лужу. Ладошек. На починку заезжайте, кто готов. И Владик, слышишь, что, Сонг, прыгни куда-нибудь по-братски, я постреляю. Давайте, чтобы у каждого разрушителя был свой собиратель. Кто готов, за столб заезжайте. Остальные рассядьтесь, пожалуйста, по танкам. Вот есть слоты в танке.
Чоппер, вы колчеданы подвозите к разрушителю. Сверху сбейте колчеданы танки. Денис, а щит когда прожимать вообще? Вот этого я не знаю, извиняюсь. Так, да, когда хочешь. Короче, это вообще не имеет значения, да? Вообще не имеет. Ну типа это ракеты, да. Ну за пули поехали. Слушай, найди колчедана, не вижу его. Я за аноншер. Люди в ульде сидели полгода. Колчедан один заряд, я новый подпишу. Собирай. Я просто не видел Миша него. Ничего страшного, играйте. Выкинул обратно, садись. Так у меня спылы пропадают после этого. Ну, разрушителя. Ну ничего страшного, баган ты одна. Собирай. Нас пиздили его. О, не выкинул. Усы сейчас заморожу тебя случайно. Это у Сула рано, я так понял, да, лагает? Дэн, да у меня знаешь, как сильно лагает все. Вот, ребята, вы как заморозились, объясните мне, где разрушитель? Че, прикалываетесь, что ли? Никит, собирай, Никит. Ездите, добивайте. Если есть чоппер, киньте на двух разрушителей лужицу. Собирай, братик. Ты один кто стакаешь? А я тут лучи еще скипаю. Бейте. Разрушитель вообще живой есть? Да, мы один. Фанишь, братик, очень сильно фанишь. Тебя вообще не разобрать. Спасибо, пожалуйста, тут хп не так много у разрушителя. А нет, Дэн, я не добью. Давайте ляжем по-быстрому, опять так же сделаем. Разрушителя, ну не стойте вы на этой ебатории, вы что, первый раз, что ли? Ребят, если за вами едет синий луч... Кидай. Синий луч можно скипнуть, но если вы не на опыте, просто находитесь все время в движении, если за вами гоняется синий луч. Просто развернитесь, выстрелите и едьте дальше. Не останавливайтесь вообще ни на секунду. Вы же, ребят, сами плюсовали, что умеете, знаете. Ну, падайте быстрее. Необратимый, давай уже. Ну, он убивает. Все, красавчик. Быстренько заходим, так же делаем все. И не стойте друг в дружке, раз вы морозите друг друга, не знаете как. Уж плюс 3, это уж убить надо. Кто у нас лагает или кто не, ну, не на опыте? Посадите Сонга за место одного водителя, я сяду за место другого. Нет, он сейчас был в пушках. Типа, понятно, я у него... давайте по-быстрому рассаживайте. Я у него машинку шаджал. Давайте рассаживайте. Кто умеет, может сразу быстрее занять эти разрушители. Водить кто умеет. Сразу все другие рассосались, к ним подсели. Сразу на починку заехали, все сделали. Сразу танки разобрали. Кто готов, сразу за столб заехали, да, Юрче? Просто видите луч? Двигайтесь. Вестник. Пересядь кто-нибудь, то в трусы кто-нибудь, то сядьте один, кто умеет собирать колчедан. Двор, Валгу. Все готовы, поехали. Стой, не готовы. Поздно уже, как не готовы? У Войда нету в машине кнопок, у меня собирать колчедан.
Вылез. Мишаня, Холчедан нужен. Я за боссом поеду еще, пока есть. Да я один могу на разрушителе кататься и собирать, и стакать. Такая же фигня. А чё нету? Вылезь, залезь, еще раз проверь. Не получается. Сейчас четыре человека будут стакать, не замерзать и не будут проебывать стаки, то он упадет похер без пятого. Угу. Войт, у тебя появились панели? Каст. Оттуда, откуда выходит босс, там лежит очень много колчедана, водители, кому интересно. Там вон все разрушители сгорели, молодцы. Лучи, внимательнее. Никит банку сру. Ага, вижу. Да у нас здесь банок нет с тобой. Есть, подо мной, справа, слева. Вот одна была, да? Вестник, ты куда вот поехал? Стакайте свободно. Подъедь к колчедану, разрушитель, который под боссом. У меня водителя нет. А, у тебя работает панелька? Да, у меня работает. Ребят, настакайте на фулы и держите на... Пока есть возможность. А, все. Бля, Мишань Колчедан. Давайте, 14 лям. Добьем. Или нет, у меня стаков нет, колчедана нет. Давай, давай. Сбей дальше, 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 сбей. Сейчас, подожди, подожди. Лети, брат. Я стаки успею дать еще два, даже прикинь. Верим в команду. 100 000. Да. Хороший, что не завалил. Победа, Альянс. Молодцы. Что это за ачива? Мишаня рукой просто босса добил. Аня, это ачива называется лучший ДЦП трай на сервере 2021. Идите на Игнис. Я просто удивила, мы все знаем, но у нас ничего не получается, блядь. Это босс такой шизанутый. Идите, Игнис, танчите. Да это вообще раз и забагались еще, скажи, блядь, новое. Да он в демона? Да, да, демон, конечно. Ролите завтра. Банк надо. На, во, спек ролите. Здесь 26-й парол уходит. Я не знаю, это так жутко лагает. Это просто какая-то жесть. Я не знаю, что это за херня. Кистерок ролите. Маги, дай кистерок. Это без ГП? Пока чистите. Да, да, здесь 26-й без ГП. На успех возьму, на третий. Да, ну слушай, а я перезайду пока трэш. Ага. Ага.
Есть люди, кто не знает тактику на Игнис. Хорошо. Я знаю, но возможно у вас она отличается как-то. Нет, не отличается. Все то же самое. Стоим во фрейме и бьем. А, мастер аур, кто может задавать плюсаните, ребят. Ой, какие молодцы. Короче, первый будет задавать трал, потом двор, потом потрясный, потом хёнер. Естественно, вы знаете, да? Берете третью ауру, прожимаете подкаст. Играем в череп, крест, бан. Паладины, паладины, дайте, пожалуйста, маломальские бафы. Каска есть, там кулаки по 5 на ходу, разбафайте. Кулак, дайте ДК. Давайте, танчи, Рэм, иди. Крестик шаманом, если можно. Бей крест. Давай, давай, давай. Баньте крестик быстрее. Угу, молодцы. Собью первый. Бля, сейчас только вот этих визуальных луж появилось, ёбнуться можно. Ужас просит, просто FPS просаживается. Могу не кидать. В череп играем? Да не, конечно, кидай. Хорошо. Если придет крест, дадите бан ему. Ну как не кидать? Это скилл, братик, надо кидать, шо ж. Он еще и на мышку забиден. Вот только бы еще стан кто-то давал, и цены бы не было. Мои станы на них не проходят. Крестик. Угу. Паладины могут задавать, у нас много паладинов. Отпусти. Маги тоже, по-моему, могут сделать. Антимаги могут роги дать. Роги тоже, да, вроде могут задавать, которые на пул дают. У нас рога интересно, он даже на пул, наверное, не дает. У него сокет на СПД, о чем ты? Т4. Он меня просил ночью зачарить его. Ядами дамажит, наверное. СПД, да, крок. Не бейте, дайте, сейчас он соберет всех големов, встаньте все под жопу. Естественно, на пол, если сорвете, там атата будет. Ауру коня, пожалуйста, поменяйте. Подведите все на полы. Они, по-моему, станутся, если что, под дыхание. Да, станы проходят. Ну так станьте, когда они дышат в рай. Ну или хоть грейп идти, без разницы. Стоим, фулл бафы раздаем. Дживс есть у кого? Да, могу тыкнуть. Чмотка. Угу, спасибо, что тыкнули. Сейчас возьму ее. И на дживса был. Вот, спасибо. Есть у кого бичку? У кого этот вкачан, кулинарий? Да, есть. У меня. Киньте обмен джомби, другим будам. Ставь трал. Кушайте рыбу. Весь рейд в кресту стоит. Есть Сорфан, just кинь трейд. В стороночки прыгай. Давайте, кто готов, крест встаем. Надеюсь, вы помните мастер аур, когда сдаете, по какой очередности. И третья аура, естественно.
сдали, освободили сразу ауру. Кто-нибудь другой заберет. Стой, 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 Волга. Все, все готовы, давай. Никто не бьет, пока не подведет. Да, тебе поставят рога на поле, и бей, конечно. Все, играем. Можете Геру сдать. Теперь камни без КД, блядь, иридаровские. Секунда, да. Че за хуйня? Заведи немножко поглубже. Дайте сальву, пожалуйста, нихера себе. Прожали. Молодцы. Следующий сразу третью ауру взял. Александр, ты пришел показать молодым как надо, бля? Не, я просто иншу еще вкачал дополнительно. Ой. Прожали. Молодцы, ебучий случай. Походу на алгу пойдем. Пойдем, конечно. С таким рейдом. А что, у кого-то ключ есть? Есть, конечно. У половины рейда. Сразу освободили тому, кто, естественно, есть. Ай-яй, я думаю, почему 9000? Потому что у меня пет АФК стоит. Та же самая херня, Миша. Блять, я думаю, что за херня, блядь? Выходные у них. Аня, как ты даешь так же, как я, хотя я демон, блядь? Че-че? Я демона сделаю, за демона первый раз играю сейчас. Я тебе говорю, Пета ФК стоит тоже. Как ты? Как ты? Ты ж мой хороший, Никит. Отстань. Да, сумасшедший моя. Ой, молодцы, мне пока все нравится. Прожали. А теперь не нравится. Сколько было прыжков? Два? Три? Три. Три прыжка. На четвертый кому я говорил? Не помню. Ауру не отдали. А, понял. Джомби тебя брал в ковш? Не-а. Или брал, я хуй знаю. Я в АФК еще стоял. Пойдем трэш к роботу убьем, осколки нужны эти дебильные. Да, идите пока трэш к роботу чистить. Ступни, танки, рольте, если надо, если не надо, на оуспек рольте. Да, слышишь? Ну, можно? На оуспек рольте. Я не могу выкупить прикола, и для чего сделали 1 секунда КД вот это, что она дает тебе? Ну типа ты, какая разница, прожал я 20 секунд прок на тебе, еще раз прожал. Ну так я могу мискликнуть и потерять осколок. Можешь. Че, танка никому не надо, что ли, ступни? На распыл рольте. Это все без этого. Рассоситесь, он сейчас в толпу прыгнет, больно будет. Пояс рольте, латы. Двести двадцать шестой, повторяю, без ГП. Сурфанг на мейн? Угу. В куполе они дамага меньше получают, 90%. Да-да, ну мы техника бьем. Тотем. Ну давай ради прикола, о, какой я. Саша со своими 15-200-400 ДПС. Что ты тут делаешь? Портанул просто. Читер. Что ты тут забыл? Выйди с рейда. Покинь нашу группу. Тут же стан можно давать в каст. Конечно.
Значит, сейчас разрушителя убьем тогда. Хей, а вы его загрели, да? Молодцы. Загрели. А калитка закрылась. Ложитесь. Можно трэш добить. Ну, трэш, да, убейте лучше. Ну, а что поделать, ребят? Можно даже и не лечь. Ну, теперь уже можно. Дэн, ты тоже часто не хвали, ребята, то начинается. Это хуйнёй заканчивается. Да-да-да. Вон, после слухи мне нравится, сразу же перестали сбивать. Да, сразу опять ниндзя-пулы. Да-да-да. А лягте, ребята, разлейте эту лужу в рейде у себя там. Стойте с бафами в рейде. Значит, на дракона пойдем, что я могу сказать. Разрушитель, кажется, я сломал эту игрушку. Угу. Кого он там сломал? Как какого-то человека он сломал, который спулил его. Ой, Трал, я тут уже, знаешь, бывает трейд прошел ни одного осколка. Ни одного не может, гарантированно. Ну, солгал он нападает один. Йога. Ну, йога тогда не убили. Там фул погибли. Давайте встаем, бежим к дракону.